Сегодня готовим финский завтрак, самый быстрый, ленивый, без особых заморочек и длинных процессов, вкуснейший омлет со сливками, грибами и помидорами, готовить можно в духовке или на сковороде. Конечно же, мы все слышали много рассказов о том, какие финны медленные и ленивые, и чтобы не слишком заморачиваться, еду они также предпочитают быструю и простую, это простая кухня, и поверьте, все ингредиенты у вас есть под рукой, готовим самый быстрый омлет, подавать можно с зеленью и свежим хлебом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Грибы нарежьте пластинами, помидоры черри разрежьте пополам. В миску влейте сливки и вбейте несколько яиц. Взболтайте все ингредиенты до однородности. Жду ваших лайков и комментариев. Быстро прогрейте сковороду, смажьте маслом, выложите грибы и помидоры, поджарьте пару минут. Залейте все яйцами, готовьте под крышкой 5-7 минут. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриные яйца, 2 штуки. Сливки, 60 мл, 20% жирности. Шампиньоны, 70 грамм. Черри, 70 грамм. Масло растительное, 1 столовая ложка. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 1. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!